ФСБ предупредили, что теракт будет именно в Крокусе, Вашингтон-Пост. В России уверяют, что получили информацию общего характера. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ. Соединенные Штаты Америки не просто предупреждали Россию о подготовке теракта в Москве, но и сообщили, что его могут устроить в Крокус-Сити-Холл. Как пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, более чем за две недели Москве сообщили, что эта концертная площадка является потенциальной целью террористов. Это поднимает новые вопросы о том, почему российские власти не приняли более жестких мер по защите места, где боевики убили более 140 человек и подожгли здание, пишет издание. Второй возможной целью была синагога в российской столице. Уже на следующий день после предупреждения Федеральная служба безопасности РФ объявила о предотвращении нападения боевиков Исламского государства на синагогу в Москве. Подросток Ислам Халилов, который работал гардеробщиком в концертном зале, в ту ночь помог людям эвакуироваться из здания. В одном из интервью он сказал, что сотрудников предупреждали о возможности теракта.